Любая местность за один удар. Вау! А там песок ты проверила? Там нет песка. Не, я говорю... Лазурная пустошь и соляные ямы, которые, блядь, за три удара делаются. И лазурная пустошь с кропой. Не, я просто еще не... Может, в соляные ямы пойдем? Там жемчуг и бисмар. А, ты ж теперь можешь посмотреть в этот... Бля, там надо твоих дредноутов будет делать. Ладно, сам выбирай. Я уже выбрал. А что ты выбрал? Ну, этот... этих дредноутов. Только почему-то их... По-моему, их было три, а не два. Ну, да ладно. Let's get this mission going. I'm ready. Чай с корицей. Прекрасно. Надо апельсин купить, чтобы чай с корицей добавлять. Вкуснее всего. Блин, капец-то кропа ебучая. И жды. Вот в моем был бисмар, а сейчас не будет этого. Сейчас ну... будет хуйня. Ну, ладно, я просто сделаю разведку, и там уже возвышу разведчика, и там уже будем играть в тех, которые ты захочешь. А ты сейчас какое поручение делаешь? Я ядра просто поставил. Ну, с одинаково потом будет. Поэтому. Зову яйцо. Так, ну я по центру, если ты обратно прибежишь. Да, то... прибегу. Раш, улья. Отлично. Самолет. Да, принцесс не пройдет и будет ковыряться. Прилично. За тобой пробивает там. Или это только... А, нет. Это малютки, а большой. Блин, так как будто смеется мне, когда броньку снова надевает.
Так, ты здесь ничего не копала? Да. Нет, там вниз я вообще не ходила. И труд только немножко. Во мне я не ходила. Ну, вот задание за какую бы нам сделали. Ну, за 10. Если бы не нужно было еще собирать моли. Что там было? Просто светлячок. Я подумала, что может быть что-то есть. Ну там, знаешь, такое, ну, светилось. Да, я понял. Что за звук? Я не знаю. Сигнализация, что ли, какая-то? Нет, как будто колодки, блять, у кого-то. Вонючие, старые. Так, это, короче, вокруг обход. Ну. А, вон туда можно пройти. Просто, блядь, пробиться. Сейчас я так и сделаю. Вот так, вот здесь можно пройти. Просто пробивки сквозь стену. Здесь вот не тоненько. Вот, на два удара. Я не пролезаю. Тоненько, потому что... Логично. Я сначала вот сюда. Говно круто. Тупик, а нет. Не тупик. Reloaded. Стой, стой! Вижу. Хьюли. Так. Он уже убегает или? Нет, еще. Все, я его. Давай. Угу. Ну, зал. Блять, ноль. Все, фу.
У меня, короче, я его пытаюсь пожарить, а у меня ноль. И я такая, чё не работает, блядь? Я такой по нему стреляю, и ты внезапно пошла назад, и ракет 5 или 6 словила моих. Они мне сняли весь щит и задамажили на пол хп. Блин, вот бы хьюли там, где Бисмарк. А не там, где кропа обоссанная. Не представляешь, как я ненавижу эту кропу. Мне кажется, я тут, наверное, вызову подмогу. А то у меня закончилась вторая пушка. А она у меня очень важная. Угу. Бумажная. Здесь вообще ничего нет, пустота. Предлагаю пойти яйцо побить. Короче, я вторую заберу. И я думаю, мы сюда больше не вернемся. Да, это я тоже заберу. Просто пойдем вот так вот продеремся. Че? Вот так надо, наверное, пройти. Наверх надо. Сейчас. Вот здесь, короче, я ступеньки поставлю. Вот туда. Пипец там, короче, заспавнилось. Очень криво. Вот, все, кое-как. Залезешь? Да. Ладно. Нет мест, куда я не залезу. Если что, я тебе еще сделаю ступеньки. Мне не надо, здесь достаточно. Почему я постоянно в текстуре, блядь, застреваю? Че за херня? А, это, наверное, потому что ты хост. И у меня игра начала супер криво работать, как дерьмо. А, подожди, мы вышли, короче. Туда, откуда? Да, в центральную. Ну и не похуй. Попасть одним ударом, ты считай, без пяти минут бурильщик. Че, побьем? Чем? Да. Я фуловый. Интересно к нему поход сделан. Вот сюда. Нет, даже не сюда. Ты сдох? Нет, но я упал. А как ты умудрился упасть? Я думала, ты за мной идешь. Можно? Я просто развернулся посмотреть. Ну, я возле яйца. Можно его на основную арену. По яйцу жив ползает. Убираю телемир. Может, тогда на основную этого пойдем? Хорошо, мне только тачки нужны. Понять, как выбраться сейчас. А, вижу где-то. Понять, как выбраться. Да я сейчас эту карту посмотрю, сейчас я просто здесь. От жуков отбивался. А, иди, короче, просто прямо. Да, я вижу. Идешь просто прямо, никуда не сворачивая, и вылезешь прямо на центральную арену. Угу. Здесь этот полз, походу, другой. А я, короче, тогда, наверное... Куда я пришла? Я чуть не могу найти. А, вот отсюда. Я тогда позову. Или.
Ты куда? На центральную арену. Я зову Чирука. Зови. Ты же доберешься, да? Да, прям сзади тебя. Угу. Ну сколько можно? Почему они каждую секунду начали хилиться? Раньше они один раз хилились, блядь, сейчас каждую секунду. Уже четвертый раз похилились. Три раза похилились. Кнопку, наверное. Моль не будем искать? А, моль? Ну ладно, придется искать. Но это надо еще в ту... В туда, где... пошли, короче, за мной. Но там, по-моему, ничего нет. Вот сюда. Ну. Аккуратно, здесь яма будет. Вниз. Улетишь. Стой, вот. Так, одна есть. Не одно море. Нет, он больше. Я вижу эту. То ли это кропот, да, это кропот. Там не трещит. Угу. Где мы искать? Блин, нет. А вот мы его мы падну. Одна муха есть. Осталась последняя. Да, последняя. Я пока кропу здесь добью. Я не знаю, где последнюю муху найти. Ее нет, мухи. Нет. Мы что, вот там не были? Ну-ка. Надеюсь, наверху не были. Мы не были. А ты карту открываешь, для меня она тоже открывается? Ну, наверное, полагаю, да. Ну, наверное. Не вижу. А, ну, короче, это возврат куда-то.
Понятно. Говно. Я пока не слышу, что это. Моль. А у тебя я, по-моему, слышу. Нет, у меня маленькие бабочки летают. У меня нет моли. А вот нашла. Да ты! Мразота. Все. Я, короче, тогда позову эту. Это была вот эта анимация. Он иногда со звуком, а иногда без звука делает. Он прям реально прям именно прям ракетку меня пиздит. Блять, в другом конце, наверное. Да, 145 метров. Окей, придется заново лезть по вот этим грибам, которых я тут наставила. Ставила сама, не могу по ним залезть. Ковыренная, не туда. Вниз, что ли, которая? Не, там просто, типа, не в ту сторону. Не помню. Если бы не моль, мы бы минут 15 пошли, так 22 минуты сидели и искали. Ну так раз это анимация, кидание топора? Ага, очень классная. Блин, почему? Твоя броня, знаешь, мне сразу что напоминает? Чё? Эту титановую, не титановую, короче, из Pacific Drive. Я понял тебя. Ага, которыми ты двери обкладывал. Так, могу вас высить. Мне нужно будет распустить отряд, ладно? Да, да, это кикай меня. Все, выпизнул. Иду повышать? Нет, у меня ты написан. А, все, меня кикнули. Ура, меня выгнали. И... Так, не понял, что это меня не зацепило.
Блин, мне все время кажется, вот здесь такое отражение в этом в зале славы, что здесь пропасть, и ты сейчас упадешь. У меня такие же ощущения, когда мы на бурдозере едем, там же внизу тоже такая зеркальная, где кристаллы начинаются, и там и подходишь, и прям как будто, ну, именно бездонная пропасть. Сейчас здесь их повысить. Excellent. You've contributed to the wealth of Deep Rock Galactic, and management salutes you. Be proud. Very few dwarves live long enough to get promoted, and you have truly earned it. Rock and Stone Miner. My pick is sharp, my beard is groomed, here I come. Я сейчас я тебе пришлю. Умки голос. Ты говоришь, у тебя еженедельный ход за ядрами стали, да? Да. Жуткий маркет. У меня. А у тебя? Ну, у меня первый сделан жуткий маркет. Ну, понятно. Так что пойдем просто делать. Просто делать что? Ну, твою первую. А, хорошо. Так, сейчас. У меня там какие задания? А никаких, поэтому. Знаешь, за кого я сыграю? Ты кем будешь? Бурильщиком. Ладно, я тогда разведчиком. Дрилом. А. Так, обслуживание оружия. Что он у меня? М1000 и Жуковы. Хотя, если там сейчас чай на тяжелый предмет. Подожди, мы в лазурной пустоши. Там бьется с двух ударов, да? Да. Да. Тогда я буду не за развитку, а за инжа. Ты сказала этим бурильщиком. О, блядь, не за бурильщика, а за инжа. Мне просто нужно БП сделать. А. Вот, поэтому... Я просто бурильщика взяла, типа, чтобы прокладывать трубы, но... Да, я бурильщика возьму. Ладно. Могу я проложить. Бери кого хочешь, мне просто нужно БП делать. Поэтому... А у тебя кто? Инженер и... Инша разведка. Хочешь, можешь за разведчика? А я тогда за бурильщика. Ну, мне без разницы, ладно, я буду за разведчика. Когда ты... пособираешь, а я... Так. Так, разведка. Оружие. Классическое М и Жуковое. Сейчас я хожу в Жуковом, значит, мне нужно взять... Ой, блин. Придется это взять. Пакич. Жуков и вот эта фигня. Так, а у меня кряпушка сейчас без разгонного модуля, что ли? А без верклока? Да. О, о. Так, а что у меня по модулям? Ой, оверклоком. Я за тобой повторила. Да, я понял.
А у меня только на... бум-палку. Говно. Я готов. Бегу. Я имею в виду, что я захожу? Да. А что там по пиласу было? А, тяжелые предметы. Я видел это. Не успев. Уехал из меня. Ну, ресурс это мы все равно вместе получим, так что мне опять моль уничтожать. Ну ладно, здесь легко будет. Да. Локации не кишки в основном. Кишка. Прямая. О, вижу. Ага, сразу. Так, еще один вижу, блин. Я тоже вижу еще один. Ты как раз так на него бежал. Блять, нихуя. А, думаю, нихуя не видно, точно, я же разведка. Я же обалденно крутая разведка. Так, что третье надо будет найти. Третье найду. Тебе. Я пока начну даже тянуть. Да, пока можешь... Нет, стой, подожди, пока не начинай тянуть, надо же, ну, чтобы все три были. Mm-hmm. Чтобы удобно было смотреть, какая удобнее, с какой дыры тянуть. Mm-hmm. Только прикол в том, что я... Ага, по закону жанра он должен быть вот там. А, вон вижу, бля. Ну, слушай. Удачи тебе, конечно. Его. Ой-ой-ой-ой. Еще не было. Такой ситуации, где я не смог. Ну я, да, я помню. Все, он просто сверху там супер неудобно, но думаю, ты справишься. Ну, бурильщиком-то, блин, вообще без разницы, где оно. Это же бурильщик. Вот я понимаю, там калашматить. Так я ж калашматил. По три удара. Ну, я тоже калашматила. Почему он говорит сразу три фразы параллельно, хотя он один? Может, у него это... Как говорится, шарики за ролики? Вот что мы на это? Так, раз, два... Там этот зараженный летает, литофак. What the fuck? Вот он. Я отметила его, если что. Угу. Зараженный what the fuck. What the fuck?
Ой, пришел, блядь. Пришел. Жесть, чел с другого конца карты ко мне пришел. Я, короче, в него постреляла. И он... Да, огромный этот, жопой зеленый. Я он... памятный скотину. И он прям с другого конца карты ко мне шел. Жесть. Такс. Ага. Здесь золото. Не взял бы, да выкопал. Так, теперь нужно третью. Бля, здесь так, конечно, неудобно все это висит. Я даже не знаю, как все это снимать отсюда. Все нитры, все золото. Ну, как обычно, блин. Игра такая, да? Что, думаете, вам легко будет? Нет, я говорю, игра. Construction here.
in there. The wave is almost dealt with. Dispatch whatever's left. Pipes up! If only someone could help me out. Руки надоедливые. Так, все, делаю теперь. Ну, это то, сделал все три, теперь их делаю. Да, здесь без ножа пиздец. Здесь все висит на отвес, на вертикальной стене. Я просто, ну, не знаю, как к нему подобраться. Ну, быстро имеется в виду. Да вообще не быстро, а просто не знаю, как подобраться. Поэтому, ну, извини, половину я тут не смогу снять. Ну, ладно. Просто как бы, ну, к вертикальной стене я подлетаю на свои штуки и все, и висю, блядь. А дальше что? Я знаю. Я же не могу копать и висеть. Я разведчиком тоже много играл. Я знаю, о чем ты говоришь. Хорошо, когда песок или с одного удара все бьешь, там можешь. Ну, так, да, но здесь я не бью с одного удара. Знаю. But now, you're most certainly dead. На, готово. Pump jack connected to refinery and ready to extract. Короче, куда ты улетаешь, ничего не видно. Бери это золото. Another faster flea kill. Так, ну, короче, я вниз тут поскидывала половину. Ой-ой-ой-ой-ой, пизда мне, походу. Выжила. Угу. Молитвами. Another pipeline established. You just need to set up one more, and then we can start the extraction sequence. Все, делаю последнюю. И можем либо сначала этот выкачать маркит, потом пойти заражение бить. Ну, наверное, выкачаем маркит сначала, потом пойдем заражение бить. За тебя жуки ползают на шоке. Я пытаюсь от голоду. Мог бы отметить голду, где я стою, снизу. Так, да, ща. Отметил? Отметил? Я не вижу. У меня нет знака. Не, вот, вот отметил. Вот теперь вижу. У меня не было. Да, я знаю, иногда они почему-то не показываются.
Блять, а теперь пропало. Странно, она еще висит, еще раз отметил. Блять, сейчас монстры, блять, мешают мне. А, к ней, короче, смотри, подходишь близко, она пропадает. Вот что, подожди, она пропала снова. Вот сейчас отметь. Не, она еще стоит, висит. Где? У меня метка еще висит. А у меня нету. А вот так? Вот, видишь, смотри, есть. Оп, подхожу близко, все, ее нет. И потом, когда отходишь, она пропадает. И меня сейчас убьют. Я просто внизу, я... Блядь, на меня нападают. У меня дальнобойного ничего нету. Пизду, блядь. С этим золотом нахуй надо. Короче, не хочу ничего, блядь, копать. Идите нахуй. Надо, блядь, смотреть. Ты чё не нажал на кнопку? А потому что я стрелял по этим, по тебе. Ну, в плане, тебе пытался помочь. Поставила снабжение возле базы. Так, я на какую-то поехала, кто знает на какую. Угу. Так, я на другую поехал. Какой-то. А, вижу какой. Какой чиш? А, так, я... Сейчас, подожди, может быть, я его починю. Так, я на первый поехала. Все, я второй, значит, чинил. Brace yourselves, there's a big group of incoming enemies.
Придурок прям сюда пришел. Ага. Что там были? Так, тебе я положу вот этот. Замороз? Че? У меня просто из-за оверклока долго разгоняется давление. А плюсы какие? А, замораживается мне. Быстрее? Да. О, стереч. Давай. Звуком вообще отлично. Потому что у меня жуков, он, блядь, ничего пробить не может. Так, ты не... Ты не. Так, ну все, мы все. Все, делаем. Это просто жуки. Только не будем пока на кнопку нажимать. Пойдем бить. Угу. Чел. Так, где он? Он ушел. А, ну вот его какашки остались. Правда, я не знаю, куда он ушел. Так. Это я, кажется, с самого начала, короче, катки хожу с этой, с полной карманами нитро, блин. Я ни разу не разгрузился, что увлекся. Я его не вижу. А, вот он, нашла. Все. Угу, иду. О, вот он здесь. О, отметила. Ну, бипи. А, внизу. Все. Ну, я просто наверх под руку попался. Еще с которым я сражалась. Заказываю. Давай, заказывай пока. Блять, он опять куда-то улетел. Нет, где-то вот я вас. Как мне еще просто игроков убьет? Вдомет чем-то. Блин, постретить не бежала. Ну, как трудно читать, не понимаю. Ой, истеричка пришла, блин. Все. Привет, истерички. Да. Пять. Да, меня сейчас тоже может уронить. Вот сейчас проебем, будет весело. Ты меня убили. Спасибо. Блин, жуки, вы задолбали.
Что за непонятное нашествие? Сзади. Ну блин, стреляй, пушка. А, ну закончились. Блять, пиздец их тут. Ага. Я. Мы сейчас этого очистим, блин, нам придется еще за зарядиться сходить. Кажется, мне придется сейчас бежать заряжаться. У меня 3 патрона и все. Давай, пойдем заряжаться. Нет, пошла заряжаться. У меня нечем, блядь, убиться. За тобой летит муха. Таблиц. Ты ставишь это или еще здесь есть? Ну, а ты 2 забрал в прошлый раз? А у меня прям по нулям было. Ладно, я поставила. Ага. По нулям, значит, ты 3 забрал? 2. Я ровно 2 забрал. Я... А, все, я один раз сейчас, один раз тогда. Да, да. Я прям... Давай, пробуй зарядиться. Все, заряжайся. Ага. Мне прям нужно прям 2 штуки. Собирайся. Ага. Ну, они прям, смотри, бесконечно. Они как будто баганул и бесконечно спавнится. Ну, да. У нас нитры на 1 вызов. Я, может, сразу на всякий случай поставлю, чтобы потом здесь не ходить. Так, пойдем тогда. Попробуем еще. Там чуть-чуть осталось ему. Я не могу выйти. Шарил багануло. Они просто бесконечно тупо набегают. Это нереально сделать. Хорошо, хоть он не отхилил себе эту желтую хер. Забило бы. Кажется, надо было здесь снабжение поставить. Пиздец их здесь! Ого! Ёб твою мать! Можно, конечно, было забить. Ну, мы просто либо сдохнем и заново надо перепроходить это дерьмо. Ладно, давай, нажимай кнопку. Может, они исчезнут, если кнопку нажать. Обычно все тихо, спокойно. Ладно, вроде, смотри, вроде отбились. Все. Все, короче, собираем. Где он? Блин, теперь этот мудак пропал. Не, они, короче, спавнят их все же. За это... Жду тогда. Быстренько. Че быстренько? Кабанчиком. Я просто тебе быстрее это сделать. Что именно? Кнопку нажми. Да, нажми кнопку. Может, они реально перестанут спавниться тогда. Так, если я кнопку нажму... Ну, улетит и улетит. Этот, капсула приедет, и мы, нам домой надо будет. Ну, ладно. Так, ладно, я тогда бегу, может, успеем за это время хоть что-то сделать? Ты там еще, да? Да, я еще здесь. Я тогда бегу. Я не вижу его. Он куда-то туда, по-моему, наверх полетел. Нет, они, смотри, бесконечно спавнятся. Короче, их миллиард.
Так что... Короче, иди к капсуле. А, блин, все равно тебе потом сердца надо будет тащить, так что... Все, а, блядь, она в другую сторону. Она в него прям врезалась! Она убила! Она его убила? Она его убила! Жесть. Она его убила! Блин, только у меня оружия нету здесь. Оружие? Нет. Сейчас, у меня есть. Я их станю. А где сердца? А вот не знаю, может... Они внизу, они, короче, мы их не достанем, Ксюш. Блять, ну и ладно. Нет, мне, по-моему, мне хана. Да, мне хана. Короче, залезай, улетай, Ксюш. Улетай нахрен. Ты меня не поднимешь. Ты уверен? Да-да-да, улетай, улетай. Мне кажется, это баг какой-то случился. Он прикольный, потому что все время в этом... Мне нет. А мне еще... не понравился этот баг. Блин, заварки много. Она очень... Это... Да. Ну ладно, мы хотя бы прошли это говно. Угу. Нам хотя бы засчитали. Но почему-то... А, это не является заражением. Вот литофаг летающий, он не является заражением литофажным. Вот. Угу. У меня просто есть задание, типа, сделать миссии с заражением литофажным. А вот он не считается... Вот это вот заражение, он не считается им. О боже. О, Бисмар! Бисмар множество! Смотри! Множество Бисмара! У нас следующая. Бери быстрее, пока она не исчезла. Да, подожди, у тебя бурдозер или что у тебя? Да, 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 бурдозер. Бери вот эту миссию скорее, потому что там множество Бисмара. А то она исчезнет, и будем, блядь, очередную кропу копать.